Всем привет, ребята, и вы на моем канале Губка Боб, который это наш Twin Games. И я сам Губка Боб. И сегодня мы опять будем играть в Cave Story Plus. В прошлом видео мы победили Омега. И мы приближаемся к порталу, чтобы открыть новый мир. Не знаю, конечно, как я это сделаю с песиком, но мы, наверное, точно постараемся и найдем выход. Ох, зараза, ненавижу паркуры. Особенно, когда они сложные. Еще один песик. Ну, надо его как-то, ребят, спасти, чтобы... Вот так-то. Надо этого песика как-то спасти. Так, давайте-ка нашу мейку проверим. Ну чё? Ну да, ты. А ты не видишь, что у меня собака на голове? На голове моя роботка, ё-моё. Фух ты! Теперь бежим в портал. В сторону Артурчика бежим. У нас песик, ребят, почему-то не сохранился. Ну ладно. Ладно. А, нет, пески еще у нас там. Ребят, я просто не буду брать песика. Вот он уже сам. Сам ко мне пошел. И все. Ничего. Вот это да, наверх хорошо забрался. Ух, господи! Ух, еще роботы там. О, эта сила меня поднимает. Ё-моё, понижен. Господи! Куда я провалился? Ах, опять сюда. На. Все, новый уровень, ребята. Ой, господи, у меня уже мало жизни, а вы тут птицу еще пристаете. Блях. Пусто. Так, ждем, пока наполнится. А теперь бьем этих птиц по попке. Фукс, ребят. Чекпоинт как раз-то. Я не могу.
О, ребят, записочка. Ага, есть место. Угу. Запись, ну а что еще-то? Я не понимаю еще, как вот вообще пройти. Даже портал не работает. Жесть полная. Нью-Джерси. Анатия. Враждебная моя. О, господи. Мне с какими сатанами пришлось встречаться. И как мы должны этого пёселя разбудить? Ржавый ключ. Я не знаю, к чему он подходит. Ведь заперто ведь. О, господи! Блин! Уровень понижен. Кстати, еще этот смешал. Ну, зашибись! Я думал, ты умер. Вообще-то я с самого начала умер. Уверен, что ты умер. О, господи! Ты зачем это устроил, Натя? На вам, мерзавцы. Максимум я добил. Ха-ха. Чёртов, пусто. Может, наверху что-то осталось. Ну, наверху остался только пёсель, мопсель. И ничего. Это как? Ха. Я эту дверь раньше не находил. Ну, привет еще. Да. Я ну есть собаку. Опять ты? Опять ты. Придется опять с тобой сражаться. Ребята, он не хотел сражаться. Он убежал просто. Ну, чекпоинт у нас есть. Ну, зато мы отдохнем наконец-то от этой псины. Ох, зря я вошел.
Бля. Отстаньте. Отставьте меня в покое. Пусто, пусто, ё-моё, подождать, ждать. Ага. Они то ли как хотят преследовать меня, когда я их ударяю. Оси, сколько бабла можно получить за них. Ну, тот песик уснул. Давай. Давай, песель, подбирайся ко мне. А потом уничтожим этих птиц. Ну давайте, Нью-Джерси, ё-моё, да Нью-Джерси, на-на-на-на-на. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Получайте, получайте. Получайте, получайте, уровень пониженный увеличен. На-на-на. Все, жизни поднялись. О, господи. Что он творит? Наводим мы весь хаос. Вы что? Нам что, не волноваться, что ли? Ау! Зачем так было? Зачем ты так? Все! Это было так. Так, вот он. Ага, мимик. А, троих? А я знаю, где еще. Вот тебе еще надо. Твоих пёс, вот тебе еще пёсели надо. Сколько у тебя пёсели мопсели-то, а? Да во, последний. У неё было всего 3 пёселя. Ох, кажется, я тут надолго. Потому что мне еще и... третьего пёселя, мопселя как-то нужно выпускать. Нате, на-на-на. Так, давай-ка. Ещё остальные. Ах ты ж. Это все за тебя, на-на-на, получать, получайте. Получайте. Ну, мне надо срочно подню. Вот чёрт. Моцарелла, 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 моцарелла. О, господи, а что это за моцарелла такая? Нет, не трогай. И ты тоже. Санс, ты нормас. Привет. Ну все, птицы злых Angry Birds'ов. О, господи! Это уже сразу меня преследует. Получай. Так, они только злятся, когда я их ударяю. Короче, за всем этим богатством мне не пойду, потому что я умру. Вполне к черту. Вот как это? Как это вообще? Еще и заперто. Ну ладно, ребята, на этом мы и закончим. Всем пока.